готовность залили 16 кубов. Весь технологический процесс на небольшом экране. Современный объект имеет собственное программное обеспечение и возможность управления дистанционно. Пункт нефтеналива полностью автоматизирован, но обязательно контролируется специалистами. Терминал, способный наполнить 216 машин в сутки, предназначен для отпуска нефти на технологические нужды и для реализации ее сторонним организациям, например, бурильщикам. Также пункт нефтеналива у нас оснащен автоматической системой пожаротушения и системой контроля газовоздушной среды. Сейчас все системы нефтеналива работают в штатном режиме. Техника сюда приезжает строго по заявкам технологов. Пекихинка в очередной раз подтверждает свой статус производственной автономии, где нефтяники обеспечивают себя всем необходимым вдали от цивилизации. Антон Сазонов, Станислав Крумко, специально для новостей.